Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с весенним праздником, с днем 8 марта. Вообще у него политическая природа, но мы о ней давным-давно забыли. И этот день, он просто день, когда можно поздравить своих близких женщин, бабушек и матерей, сестер, жен, подруг, просто тех, кто дорог и кого хочет поздравить с этим женским праздником. В такой день женщину принято дарить цветы и говорить самые теплые слова. Вот и я хотел бы сделать это, находясь, правда, в несколько необычных условиях на борту самолета. Но, тем не менее, я посчитал правильным, чтобы это поздравление было записано, и вы его получили. Хочу, чтобы день 8 марта вы провели в кругу очень близких, самых дорогих для вас людей, которые помогают вам, которые создают вам уют, которые просто являются для вас любимыми людьми. Но вообще 8 марта напоминает не только восьмерку, но напоминает и знак бесконечности. Я хотел бы, чтобы вот то хорошее настроение, забота близких продолжались для вас не только 8 марта, а бесконечно, то есть постоянно. Сердечно поздравляю вас еще раз с праздником.